Почему БАДы не работают? Мне задали такой вопрос. Я Любовь Абывок, хочу поговорить с вами, друзья, сегодня на эту тему. Современные продукты питания обеспечивают потребность организма в микроэлементах на 5-7%. Восполнить эти дефициты можно с помощью дополнительного приема витаминов и минералов в виде добавок. Но не все аптечные препараты одинаково способны принести пользу. А когда мы получаем анализы с дефицитом на витамины и минералы, то сразу бежим в аптеку и покупаем все по списку. Огромное количество БАДов разного целевого сегмента и разных производителей находится в аптеке. Но как выбрать полезное и эффективное, в этом весь и вопрос. Важно обращать внимание на состав БАДов, дозировки, а также формы витаминов и минералов. Но в аптеках продают БАДы, которые не усваиваются в организме, так как они не натуральные, так как они синтетические, а не природные, и цена на них копеечная. Кроме того, что они не усваиваются и не полезны, так они еще могут вызывать и аллергию. Производство витаминов в хелатной форме – это соединение минерала с аминокислотами. Это дорогостоящий процесс, поэтому эти продукты выходят дороже. Определенные витамины и минералы лучше усваиваются комплексно, когда одно вещество усиливает другое. Например, витамин D не будет усваиваться, если есть в организме дефицит витаминов С, Е, В2, К, минералов, магния, цинка, железа, селена. Такое заболевание, например, как гипофункция щитовидной железы, связано не только с дефицитом йода и феррума, а с дефицитом цинка, селена, витаминами А, В2, Д, В9, В12 и другими минералами и витаминами. После коронавируса у людей возникают проблемы с костной системой. Но пить кальций без магния не только бесполезно, но и опасно. Витамин С, например, в комплексе с витамином Е. Витамины группы В в комплексе с витамином С, железом, магнием, цинком и другими. Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К и омега-3 лучше употреблять жирной едой. У нас в компании НЛ, которая находится в Новосибирске, есть производство витаминов, минералов, коллагена, коктейлей, которые содержат правильный набор жиров и углеводов, и витаминов и минералов. А главное, что это все продукты натуральные, все природные. Обязательно принимайте только полезные витамины. Обращайтесь, смотрите в нашем интернет-магазине, заказывайте. Я являюсь партнером компании. Можете писать мне на WhatsApp или заказывать по ссылочке внизу. До новых встреч!